Таскать несколько килограммов металла весом в половину лодки, что может быть нелепее? Поэтому этот вопрос был решен созданием насыпного якоря. Гермомешка из толстой ПВХ-ткани, особой формы, с держателями под якорный трос. При весе около 300 граммов он имеет достаточный объем для наполнения его утяжеляющей массой до 5 килограммов. Камнями, песком, влажным грунтом. Герметичность делает невозможным попадание грунта из якоря в лодку. В случае необходимости данный якорь можно использовать как мягкое ведро объемом около 10 литров или как гермомешок сходного объема.